Ну как ты, собачечка моя? О, уже бодренько она так шурует по своей зеленой площадочке вот такой. У вас есть такая площадочка для выгула собачек? Вряд ли. Кажется, недавно лежал снег. А еще до этого мы тут собирали грибы. Скажи-ка. А теперь он все расцветает. И Ника ободрилась. Молодец. Лапу тянет, ну еще. Но бегает уже бодро. А то мы сильно за нее переживали. Погода у нас такая. Так себе. Ну хотя обычная апрельская погода. Скажи, Ника, чего удивляться? Север Беларуси все-таки. Северо-запад. Я даже не знаю, как правильно его определить. Ну, гораздо севернее, чем юг. Такая у нас тут красота. Через месяц будем уже загорелые ходить, счастливые. Вот так вот наблюдать эту всю зелень. Дышать свежим воздухом. Будем, наверное, надеюсь, по крайней мере. А он хитрый. Стало там в кустах. Свобода почувствовала. Почувствовала собака свободу. Это мы в надежде, что она далеко не убежит. Не стали одевать на нее всякие поводки. Но я смотрю, освоилась очень на трех своих ногах. Очень даже быстро ковыляет тут. Вот такие листики у нас тут свеженькие, свежая зелень. Ну, сейчас любят взять мангал и отправиться на природу, помангалить там. Горожане ж любят помангалить. Нам же, честно говоря, мангал уже 4 года стоит, пойдем, может, раз 5-6 кто-нибудь из приезжих. Шашлыки свои делал. О, классно. Но прохладно. И обещают еще прохладу как минимум на 3 дня. Мы уже тут привыкли. Прохлада сменяется жарой. Жара сменяется прохладой. Ну как ты, собачка? Ну, она тут в поиске уже. Ну, так где-то происходит у нас прогулка. Все нам интересно. Все мы нюхаем. Скоро соловьи прилетят. Будем тогда записывать соловья. Скажи, Ник, куда ты их щемишься, как эта жаба на Купину? О, какие листочки. Березки всякие. Короче, вот так, о, нашла сама себе аптека. Ника, покажи, я все время пытался посмотреть, что собаки едят. Но самое интересное, что если их отправить на поиски, они себе обязательно что-нибудь зелененькое найдут. Что-то там нашла полезное. Поделись опытом, собака. Да, нафигу тебе. Ну вот так вот примерно проходит утреннее у нас. Утренний мацион. Наша машина стоит, отдыхает. Сейчас поедем назад.
Красота, да? Вот, Никуха, мы прогуляли с тобой. Видишь, как хорошо тут. Просторно. Ладно, видно, никаких змей. Такая у нас. Лебеди побаиваются. Раньше как-то они ближе к берегу подходили. Сейчас увидел и побежал по воде. И утки тоже. Видно, кто-то их тут пугает или постреливает, может. Ты как думаешь, собакин? Топчи, топчи. Уже не жалко стало чехлов. Чехлы мы новые купим, собаку другую. Вот это уже трагедия была бы. Вообще всегда, когда чего-то мог потерять, начинаешь его ценить, конечно, совсем по-другому. Ну вот такая у нас вещь. О! Классно. Отдать бы сейчас будет. Так не даже. Забанят, потом начнут истерики. Ладно, тема старая. Ну вот такие у нас на Брославских погоды нынче. Поедем завтракать. Сегодня специально раньше выехал. Посмотреть, что тут делается. Ну, еще пока холодно. Конечно, побаловало нас жарой. Это самая погода. Сильный порывистый, но пока еще сильного порывистого нету. А в Бресте плюс 11-13. В Бресте хорошо. О, реклама. Да не смешите меня жить. Реклама. Все, что хорошее, оно в рекламе не нуждается, правильно? Вот так вот. Вот такое утро воскресное. Надо было взять с собой банку еще за молоком съесть. Но молока и молоко еще рано. Корова еще, так сказать, не подоилась. После того, как у нас к пляжу сделали дорогу, тут вообще стало шикарно. Скажи. Дело. Музон или реклама? Музон. Ладно, не будем раздражать всяких редакторов. Всяких редакторов, всяких музыкальных программ. Привет, заправка. Привет, кладбище. Ну вот как-то так. Прогулка удалась. Воскресная.